Доброго времени суток. В предыдущем видео зашла речь о Дримере. Покупал я Хильду, точнее. Кейс это уже мой. Брал просто в коробке. Ссылочки сброшу. Брал почти в полном комплекте, но без сумки. В принципе, вот эти вот дополнительные вещи, чем работать, не нужны. Это можно отдельно все купить. Вот эти алмазные биты, на самом деле не очень хорошего качества. Также у них коробочка вот эта рекламируется на фотографиях как огромная на самом деле. Так что не особо не ведитесь. Единственное, что вам нужно изначально, ну это, чтоб перед этим я показал, это все докупить можно. Вот такой вот кронштейн, держатель ее. И гибкий вал. Гибкий вал я уже смазал. Изначально идет сухой, и вам настоятельно рекомендую смазывать его. Можно, ну, практически чем угодно. Я смазывал оружейной смазкой. Купил в охотнике. Потому что при работе гибкого вала он нагревается. В комплекте шли еще фрезы разные, а также щетки, еще одни фрезы. Докупил я точить сверла, насадочку. Так. А это у нас от клепка верта. А эта насадка, она в другом месте у меня лежит, не здесь. Камень. Точить ножик, еще что-нибудь. Ну, это защитное стеклышко. Заточка ножниц, по-моему, если не ошибаюсь. Насадка. Алмазная фреза. Несколько штук было. Уже ей пользовался. Вещь удобная. Даже пойдет для маникюра. В общем, можно рекомендовать, но, судя по отзывам, попадается брак. Так что не обессудьте, кто купит, у кого-то что-то там работать не будет. У меня работает, все хорошо, мне нравится. Поэтому, у кого руки не для скуки, всем рекомендую такую вещь держать у себя дома. Все, спасибо за просмотр, всего доброго.